Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, со мной Джек Шепард. Мы продолжаем бегать по DayZ. У нас идет второй день, мы неплохо справляемся вроде как. И куда мы идем, Джек? А мы идем куда-то. Вон там я вижу. Там я вижу какой-то большой ангар. Вернее, не ангар, а сарай. В нем наверняка что-то хорошее. Он на отшибе находится. Может, туда сбегаем? Ну, веди. Почему-то у меня персонаж... Ой. Ты видишь, что происходит со мной? Ну, ты, по-моему, просто как бы на месте топчешь, не целься в меня. У меня прицел ставится в... Ладно, вроде все нормально стало. Кто-то там спрашивает, почему нет вида третьего лица. Потому что сервер хардкорный, чувак. Вон туда сходим? Куда? Видишь, вон куда там, целишь? Сарай-то какой-то здоровый. Ага, здоровый такой. Может, там что хорошее есть? Пойдем. Нам бы патронов, блин, я бы с радостью пошел штурмовать замки. Ну, если мы не будем штурмовать замки, то мы точно патронов не найдем. И уж тем более всяких ништяков. Ладно. Так, тут у нас что за сарайчик такой? Этот сарайчик закрыт, в него наверняка нельзя зайти. Давай тут лучше через полянку, что-то мне неспокойно, не нравится мне этот сарайчик. Рядом с ним наверняка что-нибудь нехорошее. Да и через полянку. Дождик идет. Палевно. Ну, полянка туда, но по крайней мере там видно, зомби есть, нет? Ты про сарайчик, который вот здесь ближе к нам, справа от нас, или тот, который вдали стоит? Или это не сарайчик тот? Вообще я говорил, что хочу... Красной крышей. Идти, да? К большому, да, к тому. Я просто вот этот как объект опасности рассматривал. Поэтому да. Присматривался аккуратно. Машина ее так, здесь поляна, на которой косили, и сено он лежит. За ним можно хорошо прятаться и поджидать нас. Да, можно прикрывать оттуда. Так, вон я вижу дверь открыта. Но здесь в центре почему-то земля выжжена. Это, видимо, что-то должно означать. Не знаю, нет, ничего не говорит. Да, дверь открыта. Кстати, это, по-моему, тот сарай, в который ты приходил в четвертой серии, по-моему. Помнишь, да, когда ты еще боялся, потом быстро зачистился, все собрал? Вот, по-моему, это он. Вроде бы там может быть чисто. Как бы там ни если было, сейчас... я слышу. Слышу там много всего. Что у нас там было-то, я не помню. Белых точек. Там было 3 зомби, по-моему. Один ползающий, 2 прямоходящих, один справа, другой слева. Я пока вообще-то никого не вижу. Я слышу кого-то. Я тоже не вижу. Я думаю, когда я увижу, будет поздно. Аудиоопции, эффекты. Ты слышал? Нет. А с автомата кто-то очередь выстрелил? Или это было типа проверка звука, когда я через кепку смотрел? Это проверка звука была. Да, то я просто голос услышал, я думал, ладно. По-моему, там никого нет. Ой, аккуратнее, Артур, ой, аккуратнее. Блин, ну надо проверить. Не самому что-то как-то неспокойно здесь. Надо, конечно, но... По-моему, здесь пусто. Слева пусто. Нет, ништяки тут по-любому есть, но вот... Нет, я слышал то, что... Враждебный зомбарей. Так. Но здесь и ништяков я не вижу, на тех местах, где были в прошлый раз, тихо. Где мы с тобой. Он, по-моему, снаружи. Рядом. Но я слышал опять кого-то. Бандаж что опять. Наш? И банка бобов. У нас этих бандажей этих, бля. Опа-опа. Слышу звуки. Я тоже слышу. Там наверху на самом что-то лежит. Не на этом верху, куда ты поднимаешься, на другом. Ага, я знаю. Сам а главное не бегай, лучше. Медленно ходи, а то он тебя услышит. Да-да-да. Я лучше к тебе поднимусь.
моей стороны тут пустое все. Пустые банки, пустые эти, а вот с той стороны консервы есть. И ну, там наверху какое-то оружие, банки, по-моему. А вот там где. Так, во-первых, я думаю, стоит поесть, так как мы сейчас консервы всяких найдем. Чисто чтобы освободить, не знаю, место. Почему у меня в амбаре дождь идет? У меня тоже звук дождя. А, и, кстати, да, и он сам идет. Он прямо за стеной, осторожно, он может сквозь стену нас увидеть. Бывает такое. Ну его нахрен. Но внизу ничего нет там. Я не увидел, по крайней мере. Наверху патроны для твоего любимого ружья, которого у тебя нет. А, стрела! Чувак, живем. Мне показалось, что тут оружие есть. А тут опять пустые банки. Мать их за ногу. Ну, ладно, пожрать, стрела, по крайней отлично. Мере. Давай вот по этой, по банке консервы сожрем. Так, я сейчас буду... Подожди, почему я не могу есть? Еще одну пустую баночку выкинем и возьмем. А, не знаю, пасту возьму. Так, короче говоря, я здесь выкинул две банки пустых. А у меня что-то выпало тоже. Так, сейчас я поем. Давай. И возьму вторую банку. Ты две этих, что ли, фляги выкинул? А ты дубничку-то не осмотрел, что ли? Тут патроны для снайперки. Где, подожди, сейчас. Так, теперь... Или нет, это опять для Энфилда, по-моему. А выглядит как для снайперки. Блин, не знаю. О, он прям справа где-то дышит. Так, все хорошо. Ой, как неспокойно-то. Вот там внизу я не был. Сеном. Да, Ли Энфилда? Ой, что-то, блин. Да, это Ли Энфилд, он мне не подходит, не мой калибр. Вот я для него уже брал патроны. Не знаю. Ладно, возьму еще, у меня что-то. Место с патронами вообще целая куча. А я что-то, блин, ходить перестал. А нет, почему-то патроны в эту ложатся. Почему не сюда-то? Бутылка воды здесь еще есть. Или это я свою случайно выкинул? Если ладно. Это, кстати, то место, которое я думаю, где я был уже в одной из серий, то мы сейчас близко к Хельму уже, где можно поживиться всяким хорошим. Да-да-да. Вот я как бы об этом хотел сказать потом. Быстро мост так пересекли. Да-да-да, только не с той стороны. Ну, я сюда иду. А это, похоже, таки оно, потому что когда он прибежал, я вот сюда куда-то побежал от него прятаться. Да, и здесь джип стоял, это точно то место. Короче, тут уже надо быть осторожным, тут народ бегает, кто-то пишет: «Мама, привет». Ну давай передадим привет его маме, надеюсь, она будет смотреть наше видео, я не знаю. Ага, наверняка. Брюс Ли Слагер что-то пишет. Миллионер. Обновитель сервака 1.5.7 слово «Поки». Нам тоже надо обновить. Да. Похоже. Ты, кстати, время засекал, нет? А, ну мы начали 20 минут время. Ну, 17 минут, короче, играем. Плюс-минус 3 минут. Плюс-минус 10 минут, да? Ну да. В одной серии. Так, короче говоря, вот. Минут 10 играем, а по таймлайну 7. То есть, как бы кажется, что играешь гораздо дольше с таким погружением в игру. Но. Короче, я не помню дорогу тут, как я пришел к этому сараю-то. Я как-то я через помню, лес, что ли, шел. Нам сейчас надо направо и вниз, если идти туда, откуда ты пришел. Но я думаю, мы пойдем просто прямо. А как же Березина? Так, ладно. Ладно. Просто там у берега много всего хорошего. И погода неплохая как раз для зачистки, для того, чтобы пробираться. Потому что зомби глухие, они тут метра на три слышат, когда дождь. Да. Но мне-то вообще как бы пофигу, у меня оружие бесшумное. А вот бесшумное для тебя оно... Нет, блин, да чего проблема найти для моего оружия патроны? Офигеть просто. Если я убью, допустим, зомби,
И рядом с ним будет другой стоять, он не среагирует, по-моему. Не факт. Так, я думаю, скоро как-нибудь проверить. По дороге просто пошли. По правой пошли, с левой. Заметь, сколько мы уже тут бегаем, мы ни одной машины не нашли целой. То есть, похоже, все-таки вот эти машины разломаны, их и нужно чинить. Да. С помощью всяких этих запчастей. Но когда я проходил туториал, там давали кататься на Хаймере, так что я думаю, вот Хаймеры здесь только можно чинить, а простые машины вряд ли. Не-не-не. И УАЗики я тут видел. А, что-то тут... Не знаю, посмотрим. Пусть. Разберемся с этим, короче. Да. Мне главное нравится таких вещей самому допирать. Без всяких там гайдов. Да. Вот, конечно, пинаться будет в комментариях. Но ничего, потерпите. Ну, по-моему, в этом самый как раз и есть кайф таких игр. Ну, конечно. Народ уже некоторые карты понаскачивали, где лут лежит самый хороший. Ну, я думал, так вот они побегают. Где-то там, за полтора часика найдут себе все лучше. Я думал, ты за мной бежишь? Ты же за мной бежал? Нет, я как бы бегу, но я вот так вот в приседе иду. Вот так вот. Ну, тоже так. Хотя тут лес, в принципе. О, вот тут сейчас светло было. И снова тучки. Короче, люди там за полтора часа себе найдут самые лучшие вещи и все, потеряют интерес к игре. Нафиг это нужно. А где здесь интересно по аэродром-то? Мы уже, считай, остров практически насквозь. Ой, мы от него вообще ушли. Мы с тобой сейчас пришли, как я понимаю, в самый правый верхний угол. Да, походу, да. А нам надо... левый нижний. Ну то есть представь перед собой как бы карту, да? И вот ну, да. Мы в правом верхнем углу, а нам надо. Ну даже не в левый. Короче, в левый где-то в середине. Ну, короче, вот как-то так я не знаю, как это объяснить. Вон через другую сторону надо идти. Я раньше в свое время в арму много играл. А нет. Там впереди вдалеке справа домик. Я камень не видел, думал, это палатка. Выглядит вообще как палатка. Блин, смысл. Ну ладно. Да, кстати, похоже. Будем тут домой. Похоже на палатку издалека. Хотя он... Кстати, вот в таких местах и нужно палатки держать. Да. Хрен кто найдет. Только надо еще где-нибудь в кустиках. Ну, ты один раз находил палатку, потом мы вместе еще палатку находили, так что... Ну. Найти можно. Так, там какой-то домик, похоже. Сейчас я возьму снайпер. Да, вот я про него говорил, но... Посмотри, он интерактивный или нет он. А тут не поймешь. Я крышу только вижу. Ну, давай спустимся немножко. Лучше не спускаться, так, а по темному бежать. Каменная кладочка. То есть, вот кстати говоря... Вообще отлично смотреть. Где-то вон там у нас, похоже, берег, береговая линия. Потому что да. И туда горы, видать, далеко, и туда, видать. Где вообще? Налево посмотри. Клево, да, я спрятался? Ищите, я не вижу. Правее. Видишь? Ага, вижу, вижу. Вот я говорю, что здесь для снайпера вообще хорошо людей палить. Сидишь тут за каменной кладочкой. Да, это тебе не Battlefield 3, в котором снайпер. Да. Самая заметная, блин, личность на карте. Кого-нибудь прицелишь, все, у тебя полкарты видит. Твой блеск. Да. Здесь кемперам, конечно, вообще раздолье. Ну, в принципе, с другой стороны, в такой игре тут, блин, задолбаешься лежать и ждать. Это сколько надо нервов. Да, есть такое дело. Вот на этот квадратный километр, каков шанс, что пока здесь будет снайпер лежать, здесь кто-то пройдет? Из 50 человек. Знаешь, что надо сделать? Серии. Нужно найти какой-нибудь домик и сделать его своего рода базой. То есть стаскивать туда припасы и подписчики, потому что они все равно увидят, где мы это все прячем. Чтобы они туда приходили, пользовались, если им нужно, и складывали тоже что-нибудь. Короче говоря, такой небольшой общак, чтобы был.
Там всякие, Ну да. допустим, вот пустые фляжки туда складывать, мясо там сырое. Может, кому пригодится, чтобы не искать. Может, кто-то Карты нам лишние, что-нибудь компасы. положит. Ну да, тоже. Типа спичек. Ну, короче говоря, где-то нужно такое сделать. У меня значок красной цепочки, я тебя потерял. Это я тоже не вижу. У меня главный признак того, что соединение плохое становится, это у меня прерывисто обзор становится, дергается. Так, А у короче меня говоря, ты вот... где? Я вот как это у каменной кладки был, я вниз по ней спустился и снова у каменной кладки стою. А я нахожусь около дома. У того домика? Нифига ты куда Причем, ушел-то, я-то вообще слева. как-то я довольно-таки глупо поступаю. Если кто-нибудь есть, он бы меня сейчас заметил, наверное. Так, спокойно иду. О, опять гром. Меня тихо вроде. А так к домику подходи, пока у него словимся, тут нет Иду, никого. иду. Блин, там в чате вообще какое-то безумие творится, даже здесь. Куча наших людей уже зашла. Слушай, а домик-то неплохой. Ну, неплохой, только в него зайти нельзя. Единственная его Я, проблема. честно говоря, когда первое видео твое увидел, я думал, что здесь во все такие дома может зайти. Ну, это было вообще шикарно. Я думаю, когда Что там уже это сделают? из стадии альфа выйдут, они просто эти домики, тут же редактор есть, я в нем раньше лазил, Да. копался. Просто объекты новые вставят в игру, в которую можно заходить, по карте понарастают, а этим, возможно, можно убрать, нет? Короче говоря, это все решаемо. Со временем, я думаю, будет. Да. Так, ты где опять? Я чуть-чуть А я вышел, стою а за ты там домиком, внутри здесь бегаешь. топор. И его взять Топор? нельзя. Да. Я в Топор первой бы мне не серии себя помешал. пытался взять топор, но его нельзя взять. Зато дрова есть. Блин, вот этот домик. Хозяева явно же умерли. Дали бы внутрь зайти. Тут туалет вон есть, смотри, с сердечком. О, Ну. смотри. Все, я остаюсь тут жить. Офигенно. Блин, я только развернуться не могу. Здесь еще и вход в этот, Там в предбанник кто? типа, да, в гараж есть. Ну нет, как бы не там, где ты смотрела, здесь другая дверца есть, маленькая такая, уютненькая. Блин, вообще клевый домик. Надо будет когда-нибудь такую дачу себе поставить и вспоминать о ДНД. Неплохой домик. Так, ну чё, Блин, пойдем может нам туда вон его как... дальше. Нет, у нас карты нет, мы просто не поймем, где он находится нафиг. Ну, короче, я сейчас, у меня такая задача, нам нужно найти какую-нибудь базу для вылазок. И Да. чтобы, если, допустим, эти персонажи, они же не вечные, рано или поздно погибнут, так или иначе. И чтобы можно было на эту нычку вернуться и опять же пополнить припасы, Да. если, конечно, там будет что оставаться. Кстати, Но я посмотри думаю, вперед наверх, что... там антенна стоит. Может, туда двинем? Пойдем, кстати. Снизу, кстати говоря, там домики какие-то Домик. начинаются. Да. Или домик. А, чувак, по-моему, там написал, что сделают зомби, если встретят меня. Кто-то им написал, они тебя схватят и сделают королем. Было бы круто, если бы так было. Встречаешь какого-нибудь Не. чувака на базе, да? А он такой зомби говорит, в атаку! Защита там базы своей, да? Как Атака. в этом Fallout 3 или не в Вегасе, там, Да, король только тут как тараканов был. король чего-то был. Тараканы не трогали. Да, тараканов король. Так, подожди. Я еще вспомнил про таракан, но потом думаю, может быть, ошибусь. Так, ну тут какой-то домик, по-моему, тоже не интерактивный. Этот домик, да, тоже не интерактивный. Зайти в него не получится. Но рядом с ним я вижу сарайчик, который тоже не интерактивный, так сказать. А за ним Но сарайчик зато... с красной крышей интерактивный. Видишь? Ага. Такой Вижу. же, в котором мы были. Но, блин, Может что-то он быть. далековато. Может быть, он тоже пустой. Ну смотри, сходим туда, а потом наверх в горку. Контейнер. Пошли лучше Посмотрим, наверх что в там. горку, а потом оттуда По-моему, это там пойдем хельм уже. должен быть. Насколько я представляю себе, где хельм может находиться. По-моему, должен находиться где-то наверху, на горе. Нет. Нет? Или да. По-моему, нет.
Вот то ли ты говорил, то ли мне кто-то писал, потому что, блин, слишком много информации сейчас идет. Спойлеры-то пытаюсь я отсеивать, но... По-моему, он должен быть на горе. Да, слишком далеко пока что. Блин, куда пойти? Ну давай наверх, а потом уже... Давай сверху, да, еще спустимся потом. Эти столбы уже стоят. Прикольный свободный обзор. Бегаешь такой, башку вертишь. А, кстати, свободный обзор не этим можно делать. Не звездочкой, а левым альтом. Попробуй удобнее. Че, правда, что? Да. Угу. Нажми просто и крути. Офигеть. Да-да-да. Удобно, слышишь? Гораздо удобнее, чем туда тянуться. Ну вот. Только у меня он не выключается теперь. Нет, я один раз нажал, посмотрел, отжал, все дальше. Так, ну допустим, я вон туда хочу побежать. Нет, он у меня теперь, блин. Возможно, из-за того, что у меня сначала была так кнопка нажат. Все, теперь нормально. Ну я зажимаю, могу поворачивать потом. Кстати, эти столбы мне почему-то сразу напомнили остаться в живых. Там в третьем сезоне каком-то, помнишь, были столбы, через которые пройти нельзя было. Я его не смотрел. Нет. У меня времени-то мало было. В итоге все равно ни на чем не закончилось, говорят. Ну да. Так что. То есть я к последнему сезону вообще как-то уже перестал особо следить. Потом последние два сезона, что ли, ну там, короче, так где-то неделю за две быстро просмотрел. И все. Но поначалу вот тоже это начиналось. Блэкхарда убили. Просто Блэкхарда убил. Так, аккуратно сейчас что-то мы тут бежим. Давай. Антенна-то интересно, что посуд не падает. Не хочу проверять. У нас тут, в отличие от Батлфилда, арсенала такого нет. Да. Так, я думаю, стоит идти медленно. То есть нашим барабанщиком смотрим. Так, ну здесь фургончик этот. Наверх я туда точно не полезу. Хотя там вроде что-нибудь лежит. Нафига. Блин, хочется? Я уже один раз разбился. Но можно убиться. Я один раз уже падал сегодня, когда на вышку небольшую поднимался. Если бы эта вышка была побольше, то я бы убился. Поэтому я не хочу проверять. Тихо, я тоже там не выстрелы. Хочу туда лезть. Выстрелы. Ну хотя я потом как-то поднимался вот именно по такой лесенке. Выстрелы, которая, как бы... выстрелы. Выстрелы. Где? Вон оттуда. Оттуда снизу. Вообще не слышу. Аккуратно. Но сейчас уже нет. Вот-вот. Блин, слышал? Такая вышка и ни черта тут нет. Кроме обзора. Ну наверху, наверное, что-нибудь есть. Ты слышал там внизу выстрелы опять? Еще. И еще. Ну-ка. Да, слышу. Вот теперь слышу. Блин, там кто-то активно отстреливается. Из пистолета пока причем. У них закончатся патроны, и мы поможем. Ну как поможем? А ты коварный тип. Нет, что-то, блин. Ну нет, я как бы так. Тихо. Он оттуда стреляет. Из-за пригорка. Блин, вот так вот на вечернем небе шикарно смотришься. Графон все-таки временами хороший. Да. Временами плохой. Плюс так еще с арбалетом. Ну. Так, блин, там кто-то активно перестреливался. И никого вроде не убили. Либо мы найдем сейчас труп. Либо... Не знаю. Блин, а если там бандиты кого-то забили? Поэтому аккуратно надо быть. У нас у обоих рубашки белые, что самое крутое. Да. То есть нас издалека видно. О, сзади тебя какое-то здание слева. Видишь? Сзади меня? Ну слева как бы. Вот куда ты смотришь, видишь, вдалеке белое? Ну я бегу, я туда и побежал, пошли посмотрим. Давай туда.
Это не здание, по-моему, а плотина. Да? Сейчас посмотрим. Ну здесь точно где-то хельм должен быть. И про плотину писали. Что там все рядышком. Бля, из этого леса нифига не видно. Но с другой стороны и нас не видно, что хорошо. А еще хорошо, что мы не ползем, и нас. Еще хорошо, что солнышко выглянуло. Да. Так, что-то там большое. Что-то как-то не опасно, или мы спускаемся? Начинают хотеть пить и есть. Бывает. О, серьезное здание. Что там вообще за постройка-то? Ангар? Ух ты. Это что там? Подъемник какой-то. Я не знаю. Это, по-моему, знаешь, это горнодобывающая какая-то база, что ли? Или что-то. Не знаю, мне главное, понимаешь, есть там камни-то из шахты это. Короче, как в Нью-Вегасе. Или где там было. Самое главное послушать, есть ли там кто. Справа еще склады. Ну вот там есть здание, в котором можно зайти. И там даже дверь открыта. Ну кто там, чё там? И где здание? Ну вот от этого здания, которое ты смотришь правее, маленькая здание есть. Вроде бы там везде чисто. Так. Бинокль потихоньку осматриваться. Давай, я буду за тобой следить. Смотреть в другую сторону иногда. Так, а там у нас... Там у нас какое-то поселение. Да, но там тоже ничего интерактивного, по-моему, нет. Здесь, мне кажется, внутрь можно зайти. Здесь двери у ангаров, как в том ангаре, помнишь, в котором кучу мы проблем поймали? Да, не открываются, не беспокойся. Ладно. О, опять лесенка. Ну-ка. Нашим легче, как говорится. Куда ты полез? Люк какой-то. Люк? Но... Ну не, на нем ничего нельзя сделать. Я заметил, что я так жестко палюсь. Да, есть такое дело. Ты можешь вон туда подняться, наверх? Я пока никуда не хочу. Если не получится, умрешь. Тихо. Тихо. Слышу. Где-то он в том доме есть один зомби. Где вообще? А, вон там. Я иду аккуратненько. О, нет, туда я точно не полезу. Я псих, что ли? Только увидел эту лесенку я. Нахрен, а там наверняка, я не суицидник. Наверняка же что-то хорошее есть. Ну, наверняка, но, блин, ты посмотри, сколько тут падать. Все, хватит смотреть, пойдем. Кстати, у тебя персонаж на тебя похож. Может, этот... Так лицо же выбираешь там при создании персонажа. Я поставил, я вообще какого-то Вина Дизеля, что ли, выбрал, походу. Почему-то он лысый, я не знаю, там волосы. Сколько у тебя стрел вообще? Может, снимешь его? А я никого не вижу. Я бы снял. Откуда выстрел доносится? Где он вообще, мать его, за ногу? Вон там прям на заходе припасов куча лежит. О. И вот ты там встретишь. Опять там стреляют где-то. Я не слышу. Только вот это вот слышу я. Вот я его вижу. Он в углу стоит, справа от входа. То есть, где-то. А, понятно. Какой он жуткий, бляха-муха. Я в упор его лицо сейчас разглядываю. Ты видишь его? Да. Снимать?
Ну да, он один вроде как. Че, не упал? Я его убил. Там Так слышу он стоит выстрел у меня. вдалеке. А че он у меня Не, он стоит? стоит на ее. Я попал же в него. Ну-ка. Может, ему не хватило? Все, теперь Ты точно прикинь, упал. да? Два выстрела. Мне даже показали, что у него Может, кровь идет. Ну заходи, ему проверяй, мне куда-нибудь нет патронов, не надо стрел забирать у него. пятку попал. Может, куда ему? Вот его стрелы, твои Нет. стрелы из него торчат. Пусто, Лево прикинь. же. Нет ничего. Нет, а вот теперь выйди и повернись налево. И ты там увидишь нычу. Так, ну в нем-то в самом ничего нет, это я понимаю. Болт О, забрать. сколько тут всего. Вот говорю же. Ты говоришь, нет, ничего, нет, ничего. Только надо быстрее брать и уходить. Да Скажи, это что там есть тоже. патроны для Макарова. Здесь только пустые банки. Блин, я подумал, издалека выглядело как что-то хорошее. Оно издалека вечно так выглядит. Тихо, Так, я там опять кого вдалеке еще слышу. какой-то домик. Я слышу там в домике кого-то. И там спереди опять кто-то стреляет. Так, Да. Давай, я тебе, слева, ты справа. пожалуй. Ну, И я вместе мне просто пойдем. уже дальше вперед идти, это все уже считай, на него нарваться. Так что ты посмотри со своей стороны, увидишь его, нет? Мне кажется, что вот между этими контейнерами кто-то есть. Очень уж сильно их Нет, слышно. вот точно один в доме, я Ползун прям точно сидит. его слышу там. Ползун сидит. Убиваю. Давай, да? У тебя восполняемый боеприпас. Как выше-то опять? Я, блин, в самый низ прицелился уже. Я не знаю эту систему стрельбы. Живой, Он нет? мертв. Мертв, мертв. Есть там еще кто-то? Есть. Он Спаси тот вход. ползет. Он живой, он ползет ко мне. Чувак, ножом его зарежь, пожалуйста. Вон он Да ей выполз, где нельзя выполз? ножом Вон он. драться. Ебаная стрела. Блин. Ну Ножом, что за говорит, его зарежь. наркоман-то, а он? Ой, блин. Ну ладно, потратили еще 3 патрона. Это опять ничего не. Где мой болт? Что ж такое? Да Да в не нем болт болт твой. искать, а болт. G просто Блин. нажми, и у тебя будет. Че у него еще Ну ты чем-то есть, нет представляешь, да? ничего. Я прям в него прицелился, и стрела как-то выше пролетела. Где она теперь? Давай Да, искать где-то стрелу. здесь. Давай. Давай искать. Может, она выше пролетела, чем он. Может, в стену впилилась, да вроде нету. Твою-то мать. Как так? Вечно у тебя со Может, стрелами проблема. вышла она из него, выпала. Ладно, ищем. Сейчас найдем, не волнуйся. Ну, я надеюсь. Так, тут ничего нет. Прошлую за стрелу под ним ты тогда нашел, а я нет, не увидел. Может, сейчас. Это Вот, я вот возможно. так сидел, прицелился, выстрелил прямо в него, и она выше пролетела как-то. Может быть, с другой... Блин, здесь еще коробки эти, может, она там внутри где-то этих коробок. Но... Блин. Ты просто рядом садись, G нажимай, если она где-то там в районе метра рядом, то ты сможешь ее подобрать. А у тебя в инвентаре появится. Нету. Ну-ка, здесь если сесть. Я сейчас во всех местах буду садиться с G. Нету. Печально. Человек сидит. Что-то мы... Я 3 патрона потратил, ты потратил стрелу. Щи беда. И ничего не нашли Блин, даже. Место выглядит, как будто бы тут что-то есть. Ну, кто же знал. Вечно Куда тырить нам стрела-то не делась? могло. Да все забудь про стрелу, просрали. Опа. Об... Нет, не она. Об стену сломали, наверное. Ну что такое, я только стрелу нашел.
Блин. Печально? Печально. Может, она снаружи? Из забора. Так вот, кстати, осторожным надо быть. Я ползал все. Нет, еще снаружи. Даже больше снаружи. За забором. Оттуда кто-то стреляет постоянно. Поэтому я тут как-то не очень уверенно себя чувствую. Ну тогда, когда я в стену стрелял, она в стене была. А тут ее вообще нигде нет. Ладно, пофиг, блин. Жалко, конечно. Ну хорошо, что я одну еще нашел, а если бы я единственную потратил, вообще бы остался без патронов, было бы супер. Ой, хорошо сходили. А ты со стороны забора не смотрел? Ну вот я тут и бегаю. Конечно, хрен его увидишь так-то. Травы столько. Я G все время нажимаю. Долбанный зомби. Все, он в моем списке теперь. Да. Нету ничего, блин. Так, что, куда пойдем? Туда вдаль или туда, где выстрелы были? Пойдем туда вдаль. Опять дождь пошел. Да. Дождевая какая-то серия. Ну, чё, ладно. Нормально. Для зачисток самая то погода. Ладно, у меня хоть две их было. Блин, я мог бы двух зомби убить. Но как? Как я промазал? Я вообще не понимаю. Так, ладно. Столе опять написано. На. О, а вот это не та растяжка? Зомби стоит. Мы же его убили. По-моему, это глюк. Ну его нахрен, хочу, я знаете, не буду больше зомби стрелять. Я свой болт теперь это, блин, единственную в рамочку повешу и на стене оставлю. Ну да, тебя можно понять. Так, что у нас тут осталось? По видео, блин, все посмотрят зрители и будут удивляться, как я мог не попасть, как она выше пролетела, я не понимаю. Ладно, все, идем вперед. Может тут скилл какой-нибудь есть? Ну а то у меня патронов много. У меня, в общем, получается 5 патронов. 5 для пистолета, 5 для винтовки. Но я, по крайней мере, отбиться смогу. А за тебя уже не отвечаю, да? Ага. Так, какая-то хибарка. В эту хибарку зайти нельзя. Нельзя, да. Может, это справа можно будет... Тихо. Там трансформаторная будка, и там я слышу зомби. Они, похоже, там во внутреннем дворике где-то. Я хочу идти в другую сторону. Теперь я это понял. Погодь. Да, похоже, больше быть. Ничего нет, потому что... Тихо. Ой-ой-ой. Чё ты? Да нет, ладно. Пошли, пошли обратно. Ну, пойдем, пойдем. Или, может быть, лучше туда дальше вглубь? Ну, пойдем дальше вглубь. Не знаю, давай куда-нибудь иди, я за тобой пойду. Короче говоря, нормально так сходили, патроны потратили. Блин, да у нас что-то кто-то пишет, не обновляйтесь до 1.5.7. Тихо, там что? Почему не обновляйтесь? Надо быть у него. А, ох, там просто... Меня почти сейчас. А вот появился. Так, осторожно, с забором могут и заметить. Если там есть кто. Ну да. Кстати, я готов променять тот домик на этот домик. Это... Тоже неплохой домик, да? Он еще двухэтажный. У-у-у. Здесь шифером, а проход между туалетом и домом заколотили просто. Видимо, кто-то слишком часто забегал. О, в туалете эти. Смотри, горшки-то, оказывается, надо осматривать. А что-то? Иди сюда. Ну я за тобой. Так, ну-ка, а почему-то я не могу смотреть. Руки прочь от параши, а она моя. Так. Блин, а как эти там смотреть? Вот, стоп, на секунду был гир. Вот, ну-ка, что тут?
Химический этот, бандаж один. О, часы, я часы нашел. Часы? У меня есть магазин часы. Для Лиенфилда. А, это ты выбросил, похоже. Химический да. Свет один. Хотя, как я мог выбросить этот вместо часов, не пойму. Бинт еще один возьму. Пусть у меня 4 будет. Да и в принципе все. Химический свет тебе нужен? Нет. У меня есть часы. Что с ними делать, я не знаю. А как? Ну как? Мне дай. Ну ладно, сам разбирайся давай как-нибудь. Так, ну-ка, я короче, по-моему, тут Т надо нажимать. Т для времени. Угу. Так, сейчас я Ctrls посмотрю. Ой, не то. Нет, тут этот ничего не делает. Тоже так долго грузится. Так, Pull Ctrls, Entry Ctrls. Я думал, знаешь, где мне напишут, типа, ну, в дебаг мониторе. Компас это K, часы это O, включить, выключить, oh. Выключить часы, два раза O нажимать. O английскую? Ну, конечно. Ну и ничего не происходит. Два раза O, к ней. У меня часов теперь подожди. Нет в инвентаре. А где они? Ты он я выкинул смотри, кучу я всяких выкинул. Вещей? Зачем? По-моему, О, это дропнуть вещи. Ну, я же ничего не выкинул. Ты нажал О? Блин, хоть бы какая-нибудь инструкция к ним была. Часы. Только хардкор. Ладно, пофигу. Так, надеюсь, кто-нибудь напишет в комментариях. Хотя к тому моменту, когда нажми... они серию видят. Что нажать? Выйди куда-нибудь на асфальт, чтобы если что выронишь, было видно. И попробуй кнопку О еще раз нажми. Но тут нет никого. Мужик! Он стреляет по мне! Валим! А, он меня подранил! Где он? Где он? Мне в спину гасит! Беги, беги, братюнь! Ой, я умираю! Где он? Откуда он пришел? Сейчас за забор подойдет ко мне. Ой, он меня сейчас убьет. Он меня убил. А, скотина. Только часы нашел. Сволочь-то такая он. Их двое. Я, по-моему, даже выстрелить успел. Блин. Я даже не заметил, откуда он шел. А я это смотрю, мужик весь уже этот. В броньке такой. Блин, ну это печально, ребята. Я да ладно, чё? Ничего, будет нам школа. Так, ну чё, давай на этом прекратим эту серию. Давай прекратим, так что вынуждены. Тогда вернемся через несколько деньков, да, уже попробуем со свежими силами. Ну теперь я примерно знаю, куда нужно идти. Так что будем. Ладно. Короче, ладно. Всем удачи, всего хорошего. Пока.